Всем Еще привет, мои Данте, это уже шестая часть серии моих похождений в игре World of Warcraft. Я иду навстречу Харсису, Харсис навстречу ко мне, я наконец-то сейчас продам всякую хрень. И, блин, наконец-то я хоть расслабляюсь после Half-Life 19 серий, которые я снял, выложил. Уже там, в принципе, осталось немножко, значит, на следующей неделе буду продолжать снимать его. Это печаль, это печаль, но это будет на следующей неделе, которая уже будет скоро, ё-моё. И... Ну, через день, можно сказать, или через два. Ну, послезавтра будет уже понедельник, да. Следующий неделе. Ну, ё-моё, ну ты чё, блядь, ты ёперный мамон? Там я видел, прыгал лап. Ну, ё-моё, ну вы чё за люди, ну ты бомжи, пшли нахрен, ну ты чё так? Не осматривай его, я их осмотрю, у них должна кожа вываливаться моя. Ну как да. Осмотрел? А ну иди сюда. Как на тебя кликать-то? А, во! Во, ща. Ну-ка. А, вот. Вот оно. Так, значит, на те это. А я что тебе могу дать? Так, ну, 40, 40 медных и нормально. Mm-hmm. В общем, посмотри, я вот это тебе... Этот предмет может быть только моим. Чего? Народ, что уничтожил по... Паруса может быть только ее. Ну зашибись. Слушай, а мой персонаж даже мод оказывается. В смысле? Ну, в таком смысле. Ладно, на тебе. Все, пошел. Слушай, а ты посмотри, меч-то, может, все-таки он тебе. В общем, ты посмотри. Вот они, два меча. Этот предмет может быть. Ах ты гадина. А этот. Значит, посмотри, этот меч, может, он тебе. Нужен. Ну, хорошо. Все, я пошел. Сейчас глянем, значит, меч 9. Блин, он, оказывается, мне нужен был. Блин. 5-15, вот этот учебный меч урон делает. Хотя он как бамбук выглядит, то есть парашно выглядит, не ладно. Ну вот видишь, сначала вы уж не нужно. Так, блин, как... Ну, блин, и где ёперный мамон? Мобы, которые... А, вон, куда надо идти-то, эмма. А другой, по-моему, в другой стране. Так, 8 комплектов оружия. Окей. Так, я, возможно, некоторые серии буду именно нарезками выкладывать, потому что, блин, не... Потому что некоторые места тупо будут. Ну-ка, обратно, вижу квест. Так, у меня уже 6 задач, значит, 5 выполнить и 1 отдать, значит, сейчас будет... Слава Синдарай! Не, у меня много квестов, которые уже поотдавать надо. Иди нахрен, мужик, я у тебя врать не буду, мне твой квест не понравился. А что там надо сделать? Да тоже, ну, от того, в чем я отказался. Праздник. Мне этот праздник уже поперек горла стоит. Я уже вижу название праздник, все, я бегаю нахрен, даже не читаю. Ну, зря. Вот много заданий со словом. Со слоганом праздник очень полезно. Ага, блин. Так это бесконечный праздник, когда я увидел, что бесконечный, все, я убью. Ну нахрен. Так, значит, мне горы надо обходить, уже сюда зайти. Ё-моё. А долго эти горы-то обходить-то, ёперный мамон? А мне недолго. Ну, тебе недолго, мне долго. Я с помощью камня возвращения пользуюсь. Да я имею в виду, мне надо, по заданию надо обойти, чтобы прийти на болото, что ли. А нет, это выжженная роща. Кстати, у меня тоже есть квест на ту местность. Ну,
пошли как раз друг другу, по-моему. Да подожди, у меня здесь еще квест, где ящики надо собирать, блин. Да ёперный мамон, ну чё такое? Ну вот вы чё на меня нападаете, гады, а? Заколебали уже. Блин, кстати, офигенный меч, мочит хорошо. Ну вот, а ты еще хотел его, не хотел его брать. А прикинь, бы продал бы. М? Да, я бы не пожалел, господи. А перед тем бы посмотрел сперва, какой урон наносит мой меч, а потом уже... Наконец-то нашел плащ, который дает сколько там урона? Ой, броню 9, защита. А у меня, в общем, смотри, слушай, вот у меня штаны 3 к 2 дают, и одеяние на грудь, выносливость и интеллект по 1, по одному дают, в общем. Mm-hmm. Ну, что ты за бомж такой, я не достаю. Очень далеко. Я пока не могу прочитать это заклинание. Ну, засранка. Так, чё у тебя там? Скоро у меня будет левел ап. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ну, сдохни ты, падла хреновая, блин. В чём разница? Так, вот я еще 2 ящика вижу, даже 3. А, ты это, там где... Около берега? У берега, что ли, да? Ну, нужно Синдарая забирать, короче. Ну, в общем, кажется, я там был. Недавно, причем. Так, пожалуй, где-то через 3-4 минуты закончу. Это будет короткий тур. Ну, понятно. Оба-на. И куда ты пошел, ё-моё? Я тебя еще даже не подпалил. А, колел ты, понятно. Сейчас согреем огоньком. Блин, сейчас так будет. Офигеешь прям. Во, отлично, все, я выполнил квест. А, ну, вижу, паршивый. А вот квест на помощь пираты, А, это вообще в другой стороне мне. Не, а там, по-моему, в одно и то же место, по-моему, на помощь пираты и это. Там, по-моему, в одно и то же место. Там. Не, там в. Ну, я сразу, наверное, туда пойду. Так, слушай, разбойничные плетные штаны, кольчуга, 73 броня. 73 броня. Так, сейчас посмотрю, моя ноги, сколько. Ноги. У меня броня 90. Ноги? Угу. Значит, броня. Ноги или... Да, ноги. Ну, значит, у меня броня на ногах 90 стоит. Сейчас, значит, будем... Сейчас я отдам задание, вернусь в город какой-нибудь или даже... О, мурлоки! Ты убивал мурлоков? В первую сушу, значит, нет. Ну, мурлоки, на побережье такие. Оракул из времени. Ну, они такие, как морские существа. Убивал. Убивал. О, это крутая вещь. Ну, я их быстро убил. Так, осталось 5 заданий. Там у них боссик. Я где-то видел босса у них. Так, осталось еще 5 заданий выполнить. И я могу, в принципе, все. О, есть, у меня 9 левел. Поздравляю, пердон и так далее. У меня нестандартное поздравление, ну ладно. Так. Блин, что-то груз, вот, вот этот, который... Что-то он не появляется у меня. У тебя не появляется, у меня сразу появлялся. У меня с первого раза не появляется. Оба-на. Появился. Камень, булыжник, рун какой-то непонятный. Я должен на нем один булыжник использовать, тогда у меня задание выполнится, так?
Ну, ну вот я возле рунного камня, ё-моё. Ну вот это булыжник, рунный камень. И так, может, не тот. Че ему не нравится? Молот. Стрелял. Ах ты, зараза. Ну ты че? Ну, че за говно такое? Еще не туда. О, господи, сколько вас мурлоков. Ну ладно, заканчиваем на этом. А не понял, они, у них баф, короче, они агрятся. Ну, они могут даже лечить себя, так уж осторожнее. В общем, всем спасибо за просмотр. Спасибо, что подписались. Если вы подписались, если еще нет, то подписывайтесь, ставьте лайки и вступайте в группу в Steam ВКонтакте. Также не забудьте подписаться на Грида и Харсона. Ну и всем пока, увидимся.